Аная, Алина Китс. И сегодня мы открываем такую коробочку с лакомыми. Начнем. Открываем весь пах. Сколько много у тебя цветных лаков? Да. Будем пробовать ими рисовать? Да. Вот, смотрите, какие не накрашены. Ну что, давай красить? Самое первое. Какой будем красить? Вот этот. Это какой цвет? Розовый. Розовый? Ну, светлый розовый. Да? Темный розовый. Такой лак у Ариши розовый есть. Сейчас она будет красить ноготочки. Один ноготочек мы красим розовым цветом, да, Арина? Угу. Смотрите, как Арина старается аккуратненько накрасить. Это какой цвет, Ариш? Голубой. Цвет голубой. Так красивее. Фиолетовый. Фиолетовый? Фиолетовый. Это темный. Ты у нас бьюти-блогер? Да. А вот этот розовый мы с тобой не красили. Этот хороший. Это светлый. Опа. Ну что, белым попробуем? Посмотрим, как белый будет выглядеть лак. Покажешь мне? Вот, просто блестки. Когда он застанет, силанут эти блестки. Видишь, просто это блестка. Просто блестки? Да. Ух ты, какой яркий зеленый, да? Угу. Еще розовый вот такой. И синий. Ну что, каким еще будем красить? Сначала вот этим белым все накрасим, чтобы они блестели. Я отложу пока что вот эту, вот эти сторонки. Зеленый. Вот такой. Мизинчик будет зеленый. Мизинчик будет зеленый. На солнышко. Подальше. Водой. Как вы их смываете? Мы смываем вот так, можно смывать вот так, и еще они отдираются. Отдираются? Да. А водичкой легко смывается или нужно средство специальное? Средство, мыло. Обычным мылом? Легко смываются? Да. Напишите нам в комментариях, если вам нравятся такие лаки, вы хотите их себе. Всем пока! Ставьте лайк! Вот такой, вот такой. Балуй. И больше, чем 1000. Больше 1000 лайков? Да. И нажимайте классную кнопочку под видео. Вот здесь она.